Утака, утака. Знаете, что он делает? Это он комаров собирает. Сначала орал дурниной. Потом понял всю прелесть. Носится и комаров собирает. Ты видел, он гвоздь. Откуда он, кстати, там гвоздь? Ну, я уровень отмечал. Линолеумом закрыл, но, видимо, неудачно. Где-то не прилипло достаточно. По чуть-чуть протекает, по чуть-чуть. Скорее всего, единственный вариант это гудроном кипящим залить. Ну, битумом нагретым. Тут-то он стоит. Надо вот так вот сделать, чтобы по центру было пусто. То есть уменьшить уровень воды, а по боку пусть плавает. Комары, вот нападало сколько комаров, вот он их всех собирает. Вот такая, вот такая. Сейчас всех комаров съест, смотри. Индоуток хочу купить, но денег ноль, а они стоят 260 рублей за штуку. Но им уже 11 суток. Несуточные. Десяточку бы взять. Ладно, давай, забирай, пошли. Достанешь его? Ну теперь лови. Как теперь? Ну не знаю, сеткой. Палкой-палкой по башка. Давай я шагану. Внезапно это наше. Лови, все, лови, хватай. Такой аппетитный. Выжимать? Да, выжми, вверх ногами. За лапу возьми и это, выжми. Ну какая собачка маленькая. Вот так вот вечер.